Большой муниципальный форум прошел вчера, 30 января. Что интересно, мероприятие было проведено вместо еженедельного аппаратного совещания. Глава региона Сергей Морозов отметил, что за последние годы разрывы между наиболее и наименее развитыми субъектами федерации только увеличиваются. Проблема эта характерна не только для регионов в целом, но и для районов в частности. Для своеобразной перезагрузки системы уже разработана доктрина муниципального управления. Новый документ определяет основные принципы, цели, задачи и механизмы реализации и развития муниципалитетов. Всего таких принципов 12. Практически в 50% всех муниципальных образований региона основным налогоплательщиком является администрация, и это не может нас не тревожить. При этом более 70% общегосударственных расходов уходит на содержание аппарата администрации муниципальных образований. И это при том, что количество муниципальных служащих у нас одно из самых низких в Приволжском федеральном округе. О чем это свидетельствует? Прежде всего, конечно, это свидетельствует о крайне неэффективной действующей системе управления территорией. Еще одним пунктом повестки форума стало подписание соглашения между региональным министерством финансов и главами 23 районов о предоставлении из областного бюджета субсидий. Мы видим, как Сергей Иванович ставит задачу, и в своем инвестпослании он отразил о том, что необходимо приложить все усилия к устойчивому развитию муниципальных образований. Но добиться этого устойчивого развития без финансовой дисциплины невозможно. Поэтому сегодня нами подготовлено действительно такое соглашение о предоставлении субсидий на заработную плату и коммунальных услуг при определенных условиях. Условий всего 8, и все они связаны с увеличением налогового потенциала района. То есть, чтобы в этом году муниципалы могли рассчитывать на финансовую помощь со стороны региональной власти, они должны увеличить доходы, снизить кредиторские задолженности и увеличить объем инвестиций. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.